Уважаемый Касым Жомарт Кемелевич, уважаемые главы государств и правительств, дорогие друзья, прежде всего благодарю президента Казахстана Касым Жомарта Токаева за гостеприимство и желаю братскому Казахстану успехов в предстоящий период председательства в Организации Тюркских Государств. Поздравляю братский Узбекистан с успешным председательством в течение года в Организации Тюркских Государств. Рад вновь находиться в городе Астана. Это мой третий визит в Казахстан за последние 2 года. Каждый раз, приезжая сюда, я становлюсь свидетелем реализации успешных реформ и масштабных строительных работ в Казахстане. Поздравляю руководство Казахстана со всеми достигнутыми успехами. Укрепление отношений с тюркскими государствами является одним из основных приоритетов внешней политики Азербайджана. Фундаментом наших отношений являются этнические и культурные корни, язык, общее прошлое. За период, прошедший после Нахчеванского саммита в 2009 году, наше сотрудничество в различных сферах было институционализировано. Организация тюркских государств прошла успешный путь развития. Сегодня наша организация обладает большим политическим весом и авторитетом на международном уровне. За последние 2 года я совершил 20 визитов в государства-члены и страны-наблюдатели Организации тюркских государств. Руководители братских государств за этот период также много раз посещали Азербайджан. В октябре в городе Шуша был организован первый культурный форум тюркских государств. Пользуясь случаем, выражаю признательность за оказанную вами поддержку в объявлении города Шуша культурной столицей тюркского мира на 2023 год. Азербайджан вложил в экономику тюркских государств инвестиции в размере свыше 20 миллиардов долларов США. Основную часть составляют инвестиции, вложенные в Турцию. Начался процесс создания совместных инвестиционных фондов. Создано Азербайджано-Узбекский инвестиционный фонд и Азербайджано-Кыргызский фонд развития. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года, в январе-сентябре 2023 года товарооборот Азербайджана с тюркскими государствами вырос на 40%. В контексте развития наших отношений важное место занимают сферы транспорта и логистики. Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежной транзитной страны между странами Центральной Азии и турецким и европейским рынками и вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад.